Ребятушки, всем доброе утро. Мы с Сёмкой вышли в больницу. И, блин, я не думала, что собрать мочу у маленького ребенка это так сложно, даже с мочеприемником. Короче, у нас там еле как получилось насобирать. Извините за подробности, но, блин, мне кажется, что этого мало. Надеюсь, нас не заставят еще раз пересдавать, потому что я использовала два мочеприемника. Один промах, второй вроде нормально. Причем первый получился лучше, чем второй. Ох уж эти мамские дела, это вообще что-то страшное. Ну, короче, не знаю, еще будет у меня сегодня свободное время или нет, как вчера. Но если будет, то мне нужно записаться к себе. Мне на прием нужно записаться. Нужно записаться в садик для того, чтобы подписать заявление. Ох, нужно еще позвонить по окнам, чтобы нам его сделали уже наконец-то. Короче, сегодня будет день звонков, то, что я не люблю делать. Пришли в больницу, а Сёмка опять вырубился. Опять его будить. Ай, господи. Все, сдали кровь. Сёма немного поплакал. Сейчас я его кормлю и идем домой. Пойдем пешком. Правда, у меня так ноги болят. Мне присесть и встать — это жесть какая-то. Особенно сейчас с ребенком. Я не знаю, как я дойду. Надеюсь, что дойду. Просто ноги болят прям очень сильно после вчерашних приседаний, выпадов и всякой ерунды. Мы уже пришли, и Сережа, оказывается, вчера вечером мне привез роллы. Сейчас буду кушать. А Сёмка пока спит. Сейчас покушаю и буду дома прибираться. Надеюсь, он сегодня тоже хорошо будет спать. Я тут складывала пакетики, просто совсем заняться нечем, пока ребенок спит. И вот так вот их положу в ящичек вот этот. Вот, кстати, Сережа тут салфеток принес с работы. Ему они нужны, ну как бы, ладно. И буду их складывать вот в этот вот ящик. Эти использую для мусора, а это для того, чтобы там что-то в морозилку убрать или еще что-нибудь. А вот эти вот не складываются, но я в них макулатуру складываю и уношу в бак. Для того, чтобы все мелкие бумажки, короче, не разлетались у меня по коляске. Так, вроде пока все.
10 секунд на правую ножку. Встаем и тянемся вниз. Не забывай про белое. Все, ребят, позанималась. Первый ракурс был неудачный, так что уж простите за то, что вы там смотрели на мою попу. В общем, сейчас я иду в душ, пока Сёмка еще не проснулся. Что-то он уже давно спит, наверное, скоро проснется. И надо, блин, звонить по всем этим местам, а время еще только... ну сейчас до двух обычно же обед, да? Вот, буду звонить, и сейчас иду в душ. И если вы там как-то профессионально занимаетесь более-менее каким-то там спортом, знаете, как правильно делать тренировки, пожалуйста, не пишите мне, что все коряво, ребят, я знаю. Я буду над этим работать. Но пока что делаю только то, что могу. Вот трусики я заказывала на Озоне, и они прям очень классные, но я думаю... Ты улыбаешься, когда мама говорит, ну, только что улыбался. Я их купила на Озоне и буду еще заказывать, но закажу, наверное, на размеры побольше, уже 3 штуки. Сейчас возьму, у тебя ручки тянешь. Вот, просто здесь уже резиночка такая. Ну, конечно, можно поменять резиночку, но вот эти резиночки тоже будут давить. Короче, будем еще заказывать. А то у нас сегодня опять дома тепло, вчера холодно, сегодня тепло, да, Сём? Пойдешь на коврик к игрушечкам своим? Прыщавый пацан. У кого прыщик вылез? У кого прыщик вылез? Бум! Бум! Я аж так по нему соскучилась, он так долго спал. Аж 3 часа проспал ребенок. Вышли с Сёмой погулять ненадолго. Такая как раз хорошая погода, не жарко, не холодно. Хорошо. Кстати, я так и не позвонила по всем. У меня 3 номера, куда мне нужно позвонить. В 3 места. И, блин, знаете, не хочу я это все делать. Вот это мне не нравится во взрослой жизни. Вот это все звонить, узнавать. Капец. Мне, конечно, проще всегда, вот если даже нужно там 3 часа ехать в один конец города, чтобы там решить какую-то задачу, либо позвонить, я выберу ехать, чем звонить. Потому что для меня звонки по телефону, я не знаю, это прям что-то страшное, что-то очень взрослое, я не готова к этому. Я уже ребенок у меня есть, да, я уже за ребенка отвечаю, там записываю в больницу, там хожу и все дела с бумажками его решаю. Ну, блин, позвонить по телефону, для меня это страшно. Для кого еще вызывает, там, не знаю, какая-то отрицательная эмоция звонок по телефону по каким-то важным делам. Хотя даже и с родственниками не люблю по телефону разговаривать особо, даже с очень дальними. Вот такие вот у меня дела, у кого так же. Ребятушки, мы погуляли и теперь собираемся ложиться спать, но перед этим мы сходим в ванную. Сёма, точнее, сходит. Так что я с вами буду прощаться и смонтирую сегодня вечером это видео. Сём, смонтирую или не смонтирую? Как думаешь? Ладно, я вас всех люблю, целую, всем пока-пока.